Это ты? Отец? Привет, Сэм. Ну ты же давно мертв. Так же мертв, все верно. А вот ты выглядишь паршиво. Говорят, у тебя в аморных делах не ах. Мне нужен развод. Неужели? Удачный день, детка. Ты его получишь. Что-то с тобой не так, сынок. Привет, папа. Мой любимый сын. Мы с мамой все. Неудивительно, знаешь. И для меня тоже. Пап, ты как? Я лучше всех. А, господи! Что случилось? Может быть, это глюки? Идите за мной. Нет, больше похоже на сон. О чем я? Тебя покидает рассудок, старик. Кроме призрака отца и женщины-тигра, помутнения восприятия были? Только если напьюсь. Сэмюэль, а у вас есть кто-то, кому можно рассказать, что с вами происходит? К сожалению, нет. Здесь у нас астроцитома. Я в первый раз опухоль такого размера вижу. Я могу помочь с лечением. Сэмюэль, у меня есть хорошие врачи. Я не пропаду. Поеду в старую хибару у моря. Вечность не был. И что нас привело? Меня? Я хочу хорошенько подумать. А ты без понятия. Что случилось между тобой и мамой? Не просто, сын. Понять чужую душу. Добрый день. Француженка, и читаешь Леонардо Коэна? Мир тесен. Может, начнешь думать не только о себе? Не все твои пороки можно и нужно объяснять. Должен тебе сказать, ты бесполезный дух. Жалкий, никудышный дух. I have tried in my way to be free. Отведу тебя в кровать. Я не устал. Знаю, малыш, тебе пора спать.